Всем привет! Сегодня я хочу рассказать и показать, как сделать уловистое тесто для ловли карася. Это тесто отлично подходит для ловли любой белой рыбы. На это тесто можно ловить круглый год. Ловит оно и зимой, и летом, и осенью, и весной. Для этого теста нам понадобятся такие ингредиенты, которые есть в любом доме. В первую очередь возьмем яичко, и нам понадобится желток. Отделяем белок от желтка. Все, желток мы отделили. Теперь желток нужно нам размешать. Вот так. Теперь нам понадобится чайная ложка меда. И следующий ингредиент — это ванилин. Возьмем ванилина на кончике ножа. У кого нет ванилина, можно вот столько. Можно заменить ванильным сахаром. Теперь это все дело размешиваем. Такое количество теста, которое я сделаю, хватит вам на 3 рыбалки. Тесто это можно хранить в морозильной камере после рыбалки в морозилку. И потом, когда на рыбалку приехали, можете использовать его повторно, когда оно разморозится. Вот и все, смесь у нас размешана. Теперь добавляем муку. Муку нужно добавлять по чуть-чуть. И теперь размешиваем наше тесто. Добавляем еще муки и опять размешиваем. Замесить нужно тесто, чтобы оно было тугое. Для начала размешиваем вилкой, а потом будем уже рукой размешивать. Вот когда тесто уже примет такой вид, нужно уже брать рукой и замешивать его. Также хороший рецепт получается, если добавить не чайную ложку меда, а столовую. Тоже получается отличный рецепт этого теста. Тоже оно уловистое. Когда тесто уже перестает липнуть к рукам, оно готово. Если вы собираетесь ловить не только на поплавок, но и на пружину, на донку, то тогда добавляем еще больше муки. И вымешиваем до такой степени, чтобы оно было очень тугое, как камень. Все, тесто у нас получилось. Можно отправляться на рыбалку. А кому понравился рецепт, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока! Видишь, цепляю опарыш. Опарыш не меняю, а сверху ставлю кусочки теста. И вот это он клюет на это тесто. А тесто у меня вот такое, оно не жидковатое, а такое твердое, тугое, которое можно и в пружину, и это же тесто ставлю на удочку. Вот такое тесто, но рецепт я все-таки видео сниму и покажу вам. Ира ловит только на одно тесто. Запутал другую удочку. Желтый какой, смотри. Золотой карась. Глянь, какой. Я таких еще не ловил, таких желтых.